Добрый день, дорогие ребята, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Погодаев. Я являюсь председателем Ассоциации Олимпиады мира. И хотел бы открыть сегодняшнюю встречу. Хочу я поблагодарить Северо-Восточный федеральный университет. Сегодня представляет Анатолий Васильевич Жоржиков. I would like to thank the Northeastern Federal University represented by Anatoly Berzhikov. Как по вашему, на вашем языке выглядит? Мос? Мос. О, Америка. А вы откуда? Территории. А вторая презентация — это совершенно другой тип оленеводства. But the
The second one is about an entirely different type of reindeer herding. Okay, so we went from there. Наша поездка началась в Калтакейна, довольно далеко. Приехали в Якутск. This is a map, or what do you call it? A scheme of the differences between the Norwegian and the Russian. Сравнение системы образования России и Норвегии. Много лет получается. Якутия, Норвегия, Норвегия сотрудничают, and Norway, качестве оленеводства have been cooperating in husbandry. У меня такой вопрос. Что получается, что вы, получается, взяли на вооружение в оленеводстве для себя? Моя семья уже несколько десятилетий занимается оленеводством. For many decades my family has been doing reindeer husbandry. В 1993 году мы были зарегистрированы как коренная кочевая родовая община Кентон. Мы с отцом, конечно, понимаем, что нужно идти в ногу со временем и этого не избежать. Мы как-то пытаемся наладить с ними контакт и сделать так, чтобы их промышленность как бы не сильно отражалась на нашем оленеводстве. Этот праздник помогает укреплять уникальную духовную культуру, передает молодежи и детям традиции эвен киски. This festival helps helps us appreciate the event traditions. Он чествует своих оленеводов, настоящих хозяев наших земель. Затем всех объединяет круговой эвен киски танец, который плавно переходит на ступени танцевальных групп. Каждая семья очень усердно готовится к этому празднику. Right. One of the platforms will have the traditional dancing with a leader leading the dance, competitive fish cutting. На третьем молодые мужчины меряются силой, а на самом главном идут гонки. And the main platform. Люди всех возрастов с одинаковым упорством бьются за первое. Несмотря на то, кто выиграет, как на старте, так и на финише, царит добрая, дружелюбная атмосфера. The competitions are held in a friendly and supportive manner. Двигаемся дальше. Степанова, Юлия и Новосельцев Александр здесь. Я вам расскажу про свою общину немножко. I'd like to tell you about my community a little bit. Гербенкел. It's called Гербенкел. С переводу именитый. Which translate to the famous. И 20 лет прошло с момента создания общины имени Петра Егоровича Бородаева. If you sold your house. Кто забивает новорожденных и зачем это происходит, если вы это делаете? Родные. And you can see another one sitting in the back, who's my... Oh, sorry. Sitting out there, he's my blood brother. Я студентка первого курса исторического факультета. I'm a freshman at the history department. I study politology. Представляю общину Сергеля. And I represent the Сергеля community, the local communities and the representatives of local municipalities. И из этого можно понять, что наших оленеводов поддерживают. We're happy to know that the herders are supported both by the locals. И в первый раз в истории праздника День оленевода проводились олени и котки среди детей. Если в селе Едра гонки проводятся каждый год, участвовали более 15 молодых юных оленеводов. We also have participants from the Yankar village. Если только Аксакала оленеводство, но и молодому поколению. They're heading to the younger generations. But would like to learn about our culture and our roots. I'd like to be useful to my community. Для оленевода, поменков и для всех представителей малочисленных народов Севера. Super, Yuga. Very good. Welcome to the board of the University of Latvia. Мы хотим поприветствовать совет директоров университета. Сакая Куда. Слева вы
среди представителей семейства оленеводов, обучающихся в СФУ. И Северо-Восточный федеральный университет является одним из наших основных партнеров. So I have just started to work here. Я недавно начал работать здесь. И на уровне университета мы будем предоставлять курсы и будем работать вместе. This means multidisciplinarity. Multidisciplinarity. Да, мы имеем в виду интердисциплинарную работу. But it means also that we have to provide education on the university level in the rural society, in the districts. Но это также означает, что мы должны давать курсы университетского уровня в разных районах. This is the logo of our institute. Это является целью нашего института. People. Этот проект касается знания и людей. And we would like to strengthen our societies through knowledge development. Мы хотим укрепить наше сообщество путем развития наших знаний. И так получилось, что нас недавно номинировали на международную награду кулинарных книг. So this is kind of Oscars of cookbooks. Что-то типа Оскара для кулинарных книг. And you see that there are 170 states. It is late in the day. It is late in the day, but I know you, the youth, have been working hard now for a whole week. Да, я понимаю, что сегодня уже довольно поздно, и наша молодежь всю неделю упорно трудилась. And I had the pleasure to be with you some days ago and see the fantastic work you do and how you interact with each other. И мне я был достоин чести встретиться с вами на этой неделе и увидеть, как вы сотрудничаете.